Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня играем в синего ежака. Мы играем в Соника. Вот, мы будем сегодня бороться со злом. Вот, видите, у нас всякие тут персонажи, всякие разные тут скачут, прыгают эти все наши друзьяшки. А вот и сам Соник. Реддл там был, потом темный Соник. О, вот они два. Shadow, да? Sonic Adventure 2 Battle или Adventure. Значит, что наше... на чем мы там остановились? Сейчас посмотрим. Загрузочка еще пока что. Бумц, бумц. Выберите файл. Берем файл, выбираем. Подтвердить, загружаем. Одиночная игра, история, герой. А еще можно будет за злодеев играть? Мое имя. О, слышно, слышно. Тейлс. Я отследил сигнал изумрудов хаоса и нашел Эггмана. Что Эггман делает в открытом космосе без проблем? Как они? Мне надо найти точку космосе. И быстро. Не волнуйся, Стрёт. Эй, ты же знаешь, я мастер, если дело доходит до механики. Я найду президента. Кнок-кнок. Кнок-кнок. Я думал, что ты про игру вспомнил. Тук-тук. Так, Соник единственный. Этап номер 9. Раунд. Президент должен быть там. Вперед! 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 О, это наша машинка. Так, ускорение нас интересует. О, ага, буква А это... А чё она так пердит? Эй, хватит пердеть. Оно так и должно пердеть? Мне не нравится, что оно так пердит. Оно что-то пукает. Как можно без пердежа в эту игру играть? Почему оно постоянно пердит? Ой, тихо-тихо, занесло. Ой, я засмотрелся в чат. Какает правильно, не срет. А, какает. Ну подожди-ка, ну почему оно так звуки такие издает странные? Как будто бы я сигналю. Ой! Так, едем, едем. Как-то стрелять можно, интересно? О, мы в туннеле. Меня этот звук немножко как-то будоражит. Как будто бы пердуха какая-то, а не автомобиль. Так, ладно. О, нет, я потерял его. Кого? Кого ты потерял? А, мы должны за ним следовать, да? Не оторваться от него нельзя. Ну все, надо будем теперь постоянно пукать. Ну уж потерпите. Поколение пердящих. Да тихо вы там. Мне так эта машина пугает и настораживает. Так, кольца. Так. Ой, я еще тут водила. Надо, короче, отпускать, наверное, газ на поворотах. Оп. Оп. А вот он, вот он, вот он, вот он. Желтая машинка, желтая машинка. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Буст, бук, Y. Ой, это было зря. Буст, бук, Y. А мне больше нету буста. Надо кольца подсобирать. О, вот она таксишка. Надо ее сбивать или перегнать? Что с ней нужно делать? О, я шарик пропустил. О, контрольная точка. О, хорошо. Я уже близко. К чему ты близко? К чему ты близко? Ребята, пока что в чатик не смотрю, потому что, видите, тут у нас... Ой, щепетильные моменты. Мой пердомобиль сейчас взорвется. О, трамплин, трамплин. Ускорение. О-о-о! Как тормозить, как тормозить? Машинка, вон еще одна. Я уже близко. А где наш тот самый? Кольца, 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 кольца. Опять в туннель заехали. О, шарики, шарики. Опа. Буст, Y. Пердомобиль, вперед. Ой, тихо, ой, трамплин пропустил. Надо буст, надо буст. Нету буста. Не получилось выпрыгнуть. Оп, ускорение. О, кольца, кольца, хотя бы одно. Хотя бы одно колечко. О, это уже позитивненько, позитивненько. О, еще колечки. Шарик, шарик, хочу шарик, хочу шарик. О, как в Макдональдсе, знаете. Мама, хочу шарик, мама, хочу шарик. Пердомобиль. Еще несколько минут. Это, а как? Понять, я догоняю или не догоняю. Я просто пока что стараюсь быстро очень ехать. Вроде у меня неплохо получается. Так, о, колечки, кольчики. Ой, бумц. Буст появился. Надо на ровной... На... О, вот сейчас, например. Ой, сейчас врежусь. Надо тут отпускать, отпускать, отпускать. Выровнялся. Здорово. Вперед! Давай, Тейлз, ты не должен сдохнуть. Иначе тебя этот автомобиль сожрет. Тебя автомобиль этот съест и выплюнет с заднего места. Так.
Я очень сосредоточен на трассе. Очень. Я не ту кнопку нажал. 60 секунд осталось. Времени совсем чутка. Круги. Времени минута осталось, да? Я справляюсь, надеюсь. О, шарик. Ой, аккуратно. Есть шарик. Я взял буст. Здорово. Ускорение. Держаться. Ой, заносит. Буст. Выравниваем. Так. Ух ты, машинка спереди какая-то. Машинка подозрительная. Шпионская, что ли? Машинка, ты шпионская, что ли? Хватит пердеть тут. Ты лимузин какой-то. Да, я нашел президента. О, президент, вот ты где. Ты в сговоре с этим самым? С доктором Эгманом, что ли? Президент, признавайся. Школа вождения, не лобопа. Это игра 2001 года. Как правильно... потому что это самолет, новое поколение пердящих игр. Игра 2001 года. Next Fart Game Generation. Таймер вверху. Я не смотрел. Теперь доступна мини, там что-то игра. Я не смотрел туда. Мистер президент, доклады свидетельствуют о том, что с того времени, как произошел инцидент, 3 часа назад в стране начал твориться беспорядок. Наши финансовые задолженности велики, а наша спутниковая связь с другими странами не работает. Боже мой, все сломалось. Все сломалось. Национальный кризис. Все, начинай сначала. Все. Избавьте меня от этих деталей. Боже. Просто скажите, чего вы добиваетесь? Хочу PlayStation 4. Эгман? О! Итак, давайте приступим к делу. Итак, давай. Мистер президент, я не буду досаждать вас деталями, поскольку знаю, вы очень занятой человек. Очень. Мистер президент, мои требования очень просты. Подчинитесь Эгмановской империи и не оказывайте никакого сопротивления, иначе... Он в космосе, сиди там себе. Иначе чё? Иначе ваша страна перестанет существовать. У вас есть 24 часа, чтобы дать мне ответ. Ты чё, с ума сошёл? Кто это сказал? Что за... О! Ежак! Привет! Ежак, привет! Ежак! Бери Эгмана! Ага, конечно! Фиг тебе! Что за ерунда тут творится? И дырку от бублика. О, не волнуйтесь, мистер что президент. Ты сделал? Всё под контролем. Я отключил вам спутниковое телевидение. Его, эй, там же мои мультики! Диск. Я получил его. Передача идет из колонии Арк. Что за Арк? Окей. Колония Арк? Это где-то в космосе? Подожди, Соник! Эй, ты, подожди! Мистер президент, мы получили входящий... Понравилась тебе белочка? Это лисенок, я помню. Пустыня. О! Оу! Мы в Египте! Оу! Так, стоп, там что-то летит. Что там внутри? Я видел, как Эгман уходил внутрь пирамиды. И более того, я видел, как эта летучая мышь вошла с ним. Мы его сейчас посадим на эту пирамиду сверху. Наденем его на пирамиду. Мы должны забраться туда, чтобы попасть в космос. Не знаю, что это за космическая колония, но я найду и уничтожу эту пушку. А затем надеру его империалистическую задницу. Надеру ему задницу. О, империалистическую. Найду вход. Какой задний проход, что ли? Так, ладно, хватит шутить про этот самый... Про это самое. Так, найти вход в скрытую базу. Пойдем. Так, я тут пока что наш... О, я люблю за этого робота играть. Можно стрелять. Я все тут простреливаю. О. О, роботы. Зря вы на меня нападаете, чуваки. Оп. Почему не могу попасть? Он меня пулькает, а я в него не могу попасть. Что за ерунда? О, я свалился, кажется. Соник, помоги! Да, сейчас Соник возьмет и твоего робота здоровенного, тяжеленного поднимет в воздух. Так, все поразбивали. Все поразбивали, теперь можно прыгать. Уи-и-и. Так, один ящик. О, робот минус. Опа. Оп, ящичек. Оп, ящичек. Уи-и-и. Оп. Должно как-то свалиться вниз, я так подозреваю. О, я был прав. Баллоны какие-то. А, это платформа. Мне она поможет наверх забраться. Понял. Все, тоже надо разбить. Ничего не вижу. Ничего не видно. О, видно. Платформы. Сафари с ежаком. Ежак, ты чего? А как это разбить, эту стенку? О, она постепенно разбивается, когда по ней стреляешь. Роботы, посторонись. Тут дикий этот самый. Дикий бельчонок. Дикий лисенок. Все в одном, короче. О, тут какие-то секретки, походу, есть.
нужно какие-то секретные комнатки повскрывать. Гляньте-ка, я что-то кто-то нашел. О, тигренок. Я маленького нашел тигренка. Забираем. Жабираем. О, и тут что-то нашел. О, тут какая-то маленькая. Маленький какой-то жук бегает. Так, оп-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 
еще подсобирал. Это еда для нашего, для наших тех маленьких существ, которые у нас там живут. Я помню их. Так, Индиана Тейлз, Эми Крофт и Наклз Некский. Так, я тут чекпоинт вообще-то нашел. Опа. Уи. Откройся, Сим-Сим, откройся. Ой, чуть-чуть бы я бы свалился туда вниз. Тогда бы мне уже было бы полная габена. Так, как теперь дальше здесь поступить? Наверное, сюда. Уи. Опа. О, о, платформы, платформы вижу. Уи. Опа. Так, а теперь нужно как-то, когда она, получается, вниз опустится, по идее, мне нужно как примерно сейчас лететь. Опа. А как же мне... О, о, молодец. Я думал, что не попаду. Опа. Так, здесь чего у нас? Ракеты запускаем, дамы и господа. Ракеты, ракеты. Можно спрыгнуть немножко вниз. А, там нужно зацепиться на крюк. Я вас понял. Робот цепляется у нас? Цепляется. Привидение с моторчиком! Роботы, роботы какие-то непонятные. Египетские роботы. Индиана. Опа. О, роботы. Дун-дун-дун. Ракетницы понапускал и пошел дальше. Так, тут у нас что? Тут, скорее всего, надо на эту штуковину цепляться. А платформу ниже немножко можно? Можно. Ой, это, я, кажется, нашел маленьких еще каких-то тварей. Ну, я их буду их потом скармливать, как мне подсказывали уже ребята. Что я должен их кормить, скармливать, короче. Так, на всякий случай разобью тут все. Я только сейчас заметил грустный смайлик названия стрима. Мне эта игра не очень нравится. Мистер Фиджи. Мистер Фиджи, я не понял. Ну мы сейчас поиграем. Обезьяна! Ничего себе! Вы видели? Я думал, что там мне нужно собирать обезьян. Они какие-то дерзкие обезьяны. Обезьяны. Ой! Дерзкие обезьяны! Мартышки. Так, смотрим. Там была еще какая-то обезьянка, кажется. Она с камеры повернется сейчас? О, я какого-то котика нашел зеленого. Так, сейчас мы разберемся, что у нас тут. Сейчас мы разберемся. Платформа вниз опускается. Хорошо. Где мои противники? Ну, мне нужно вниз, скорее всего, спрыгивать. Но там какие-то роботы вон плохие внизу. Ладно, прыгаем, рискую. О-о-о, стреляю во всех подряд. Назад, тоже ракетницы сейчас надо пускаю. Все, а это я могу разбить? Нет! А как мне с этим, как мне быть? Как мне это сдвинуть с места? Я ничего не вижу с той стороны. Ого, там какая-то египетская статуя здоровенная была. Подождите-ка. С флагом. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. А куда мне отсюда теперь? А, вот. Какие-то вот есть тут такие платформочки. Можно зацепиться, кстати. На... Нет, 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 нет. Еще бы немного, я бы свалился. Ой, не хватает. А как мне быть? О, залез. Кажется, я нашел другой способ проникнуть. Там двери были замурованы. Какие-то роботы. Роботы, вы чего? Я тут маленьких животных вон собираю. Старше всей твоей аудитории эта игра. Ну да, она, если она 2001 года, а сейчас 18 год, то этой игре 17 лет. 17 лет этой игрушки, ребята. Представляете себе, какая она старинная? Ой, о, можно вниз спуститься. Ну тут чекпоинт имеется. Так, ага, тут надо теперь паркуром заниматься, я так понимаю. Ну здесь мы спустимся. Опа, сюда. О, тут мне на крюк надо спиться. О, подняли меня, смотрим. Ой, обезьяны! А в другую сторону можно? О! Я всех обезьян перемочил. Обезьяны, о боже мой. Нет, 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 держись. Братуха, держись. Лучше повскрывайте вот кувшинчики. Кувшинчики повскрывай. Так, а что это такое? Меня наверх поднимут? Нет. А что, я что, все заруинил, что ли?
Куда мне теперь деваться отсюда? Я ничего не понимаю. Куда мне теперь? Куда мне теперь отсюда деваться? Ой! Ай! Соник! Он вечно, когда он дохнет, он кричит: Соник, помоги! Соник, помоги! Так. Подожди, сейчас. Мы тут можем пройти? Можем. Вот здесь я в прошлый раз упал, правильно? Я поднялся наверх, и ничего мне этого не дало. Ну как-то мне тут другого варианта, других вариантов я не вижу. Опять Соник, помоги! Неудачно прыгнул, неудачно. Жик. Вот. Тут надо наверх, по любасу. Может, мне надо было в другую сторону? Ой, обезьяны снова. Давай в этот раз сюда пойдем. А, обезьяны, я не заметил вас. Ах, вы гнусные обезьяны противные. Я вас не заметил. О, вот еще один крюк. Вот оно. Вот куда мне нужно было. Вот тут какая-то дверь есть. О, обезьяны снова танцующие. Танцующие мартышки. Проваливайте. Идите в свой двор, мартышки поганые. Так, я, кажется, проход себе сделал. А ну-ка. Уи! Нет, все верно. Кажется, все верно. Наверх запрыгиваем, отсюда. Уи! Так, нормально. Нормальджан. Вот бы они выпустили звуковые приключения, но этого не произойдет. Сри. Ты меня нашел, я обезьяна. Или же бибезьяна. Это ты тут бегаешь? А что ты себя обезьяной называешь, я не понял. Что происходит у нас там? Так. Мы здесь это пробьем? Ух ты, там еще какая-то дверь. Ух ты, я куда-то пролез. На всякий случай стреляю, то мало ли там кто-то сидит. Ждет. О, чекпоинт. Так, ну мне там, по-моему, осталось совсем мало жизней. Так. Сюдашеньки. И на эту штуковину. Так, поднялись. Ага, на следующий... Надо, на следующий... Ой, давай. О! Так, обезьянки вижу. Ну, а что я не могу по ней попасть? Есть. Она, а каждая обезьянка скрывает какое-то маленькое существо. Она что там? Она не что, съели всех животных, что ли? О, тут я... О, крюк нашел. Так. Никого нету. Так, прала... Ой, роботы. Только открыл, сразу меня роботы встречают. Ой. Чё ж тут так разбуянились-то все? Это не пробить, это нельзя пробить. А с этой стороны чё? Туда не нужно идти мне. Я ничего там не вижу. Там стена, кажись. Тут есть какой-то кувшинчик. Вот он. Оп. Есть такое дело. Так, с этим справились. Оп. О, нет. Замедли спуск, используя парение. Чё? Может быть, но я не играл. СНГ, третий адвенчер, по-моему. Так. Замедлить спуск, используя парение. О, там есть обезьяны. Есть обезьянки. Надо перепрыгнуть на следующую платформу. О-о-о! Есть. Наверх я тут, скорее всего, не закарабкаюсь. А, нет, залезу. Если хорошо подпрыгну. О, есть, парение. Мне помогло парение. Одна бомба. Есть. Платформа опустилась. Видели? Благодаря тому, что я попал туда вниз. Так, это мы разбили тоже. Ой! Ой-о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 й
маленькая пантера или львенок. Что это было? Так, а что здесь дальше делать? Я наверх за... Я же наверх не заберусь. Не хватает прыжка. Ой, чуть не упал. Может, ему не хватает реально. Может, с этой стороны? Ага, мне надо туда перелететь. На ту сторону я долечу. Надеюсь. Опа. Долетел. Обезьянки. Так, маленькое животное я нашел. Баллоны с платформами. Вот и по идее нам сюда. Так, что нас тут ждет теперь? Еще платформа. Так. Наверное... О, крюк. Я называю это крюками. Не знаю, почему я называю это крюками. Так, платформы. Тут должно сейчас все рухнуть. О, оно так и произошло, в принципе. Цепляемся опять за крюк. Опа.
На всякий случай стреляю. Мало ли там, кто там сверху меня ждет, какие там противники. Мы можем пойти туда, а там внизу меня животные ждут. Гляньте-ка, котики всякие. Котики маленькие, животики. Забираем их всех, забираем. Опа. А где тут остальные все? О, там еще вон бегают два. Идите сюда, а ну сюда все. Так, забрал. Теперь пойди наверх. Меня должны забросить. О, это финиш. Уху! Прошли. Еще бы. Сделал. Бонус за время всего очков ранг Е. Че я и так старался? Куда уже сильнее? Я так старался. На самом деле нет. Ну так, играл, короче, как получится. Проникни на скорую. О, теперь уже за Соника играем. За ежака. Ежак. Как там ускоряться надо было? Как там можно было ускоряться? Это прыжок у нас получается. Ускорение меня интересует. Ой, кольца какие-то. А кольца мне нужно попадать в них? А очко дают мне какие-то. О, вот так могу ускоряться. Ой, что-то я не то сделал. А время-то бежит. Оп, о, немножко подсобирал. Давай, 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 Соник. Давай жару. Он летит. Ух. А в кольца как же, как насчет колец? Уи. О, зато чекпоинт взял. Время, время, время. Ты не взял время, кажись. Как его взять? Бумц. О, а я должен был по ней... Ага. Надо ускорение, ускорение, ускорение. Уи-ху! Цепляйся. О, Тарзан. Почти. Почти. Так. Так. Это нужно тоже время сейчас перевернуть, правильно? Бумц. Соник, а ну-ка. О, получил. А, подождите-ка. Мы так не договаривались. Я думал, что вы двери мне сейчас откроете. Оп. Еле успел. Двери! Соник, давай! Быстро! Это что-то пошло не по плану. Синий фарш. Соник. Ты ежак, ты какой же ты синий фарш, объясни им. А ну выйди, Соник, поговори по-мужски там. Кто там тебя в синим фаршем обозвал? Да что ж такое, как мне туда взлетать? Я хочу научиться хорошо туда, как Тарзан, по этой штуковине лететь. А мне что-то не выходит пока. Ну ладно. Так, сейчас мы будем нажимать эту штуку. Будут снова эти платформы выдвигаться, плиты. Плиты, плиты, плиты. Вы сейчас понимаете, почему здесь такие всякие плиты и такая вся обстановка? Потому что мы типа сейчас в пирамиде бегаем. Если вы забыли уже. Вот, и как? Нет, 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 не падай, пожалуйста. Только не надо падать, пожалуйста. Уи-уи. О, получилось, кажись. О, теперь вышло. Робот. Бум. Прямо роботу в табло, видели? А чё, я не могу птичку забрать? А как мне теперь... О, закарабкался. А это что такое? Боунс, браслет. Чё? Чё за часы на руке теперь появились? Нажми кнопку Б в прыжке, чтобы выполнить бонус-атаку. Нажми кнопку Б еще раз, чтобы прыгнуть выше. Ага, бонус-атаку. Ага, я как... теперь как попрыгайчик, поняли? Ня, ня, ня. Ага. Бум. Опа. Это нажать надо бы на... скорее всего. Оп. 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 Овли, оп. О, я... А что это? Я не могу разбить это. А почему я не могу это разбить? Алло. Что произошло? Как быть? Мне не хватает силы, чтобы это разбить. Бум 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 Боже, какая колбасня. А как это разбить? Я не понимаю. Я сюда залез в эту конуру. Тупик! Тут нельзя пробить, никак. Вот мне сюда не нужно было. О-о-о. Ну вот платформы, да? Меня наверх толкают. Ауч. Отдай мои кольца. Верни мои кольца. Может, надо было роботом сразиться обязательно? Как это пробить? Мы должны что-то было где нажать, чтобы эта плита съехала вниз, скорее всего. Где-то должен быть какой-то рычаг. Какие-то часы, да? Какие-то часики должны быть. А вот они, часики.
Ой, быстро надо бежать. Быстро, быстро, быстро. Быстро, Соник! Соник, ну что с тобой? Что с тобой не так, Соник? Бум, бум. Давай, 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 давай! Я не успеваю, Соник, ты как пенсионер какой-то. Бум. Закарабкался. Бум. Да как сюда запрыгнуть? Соник, братуха, не позорь меня. Бум. Бум, 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 бум. Я уже заруинил, надо теперь еще раз ждать. Да как-то придумать какую-то схему. Может быть, мне надо сразу же раскручиваться на эту кнопку быстренько? Может быть. Ну куда ты еще ниже упал? Цепляйся, ладно, уже все заруинил. Еще раз. Бумц. Бумц. Ускоряйся. Он не успевает туда никак. Вы видите, что происходит? Бум. Оно как-то раздуплится, как это работает. Бум, 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 бум. Может, я должен по кнопке так прыгать, таким образом как-то? Бум, бум. Может, как-то вот так я должен попасть на кнопку на эту? Бум. Я не успеваю туда, ну что ж за ерунда? Это надо быть каким-то супер быстрым. А я ж как этот самый. Ну. А может надо на нее стать? А ну-ка станем. О, вот так может быть. О, почти. Вот, надо на нее становиться. Короче, на кнопку, и тогда будет, по идее, получаться. На нее стать. Запрыгнуть. О, ну я не попал сейчас. Не, уже не получится. В принципе, я вроде как понял. Да не встать. И как шарик туда запрыгнуть, наверное. Бумц, бумц. Но уже неправильно. Эта дверь отличается от других. Она может открываться. Если ты что-то положишь, да? А что ты должен положить? Ты что тут летаешь? Что тут разлетался, а? Малыш. Малыш. Ну? Что? Как это поднимать? Какой-то камушек я вижу есть. О. Так. Так. Опа. Ключик активировал нам дверь. Понял. О, чекпоинт появился. Идем на эту штуку сейчас застанем. Скользить буква Б. Вау, 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 вау. Ускорение, привидение. Еще буква Б, скользим. Ага. Ой, держись, братуха. О, надо на эту штуку сейчас запрыгнуть. Это как будто бы мельница. Опа, все. Ой, а что меня? Так, это не по плану, все, пошло и по плану. А что буква? Я на эту кнопку нажимаю вообще-то. Хочу ускорение. А мне не дают ускорение. Ага, тут тоже надо какую-то кнопку где-то... Какую-то... А! Меня привидение чуть не сожрало, вы видели? Привидение с моторчиком. Надо у них похитить эту кнопку. Так, подождите-ка, ребята. Мы так не договаривались, чтобы вы меня стреляли постоянно. Бумц, 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 бумц. Так, короче, я у вас ворую эту штуковину и сматываюсь от вас. Ай! Все, я пошел от вас. Все, пошли, вот. Я сейчас к вас кнопку... Стыбрил, и все на этом. Бумц. Вон, еще и вон дверь какую-то открыл. А зачем мне эта кнопка? Че я ее стыбрил? Хорошо. Куда мне теперь ее девать? Не стреляй меня, мужик, не стреляй. Я свой. Так, надо ускорение. О-о-о! Так, вот куда нужно ключ запихнуть. Впихуй. Ой, да куда ж ты его выбросил? На цену золота. Надо его поставить аккуратненько. Текс, текс. Приветики. Молодец. Подожди, не ту сторону. А, привидение! А, отпусти! Пусти меня! Так, нужно эту кнопку нажать сейчас. Памц. Привидение с моторчиком! Уходим. Я, короче, что-то активировал. Какое-то время тикает, я не знаю, что я нажал. Но, судя по всему, я нажал что-то важное. Двери должны... Ой, быстро, ускорение.
Быстро, 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 быстро тикает время какое-то непонятное. Скорее всего, там какая-то дверь в конце. О-о-о! Я успел, я успел, я успел, я успел. Или не до конца успел. Подождите-ка. Еще какая-то дверь. Ай, да и что ж такое? Так, назад, назад, назад. По этой сторонке. Аккуратно. Ага, вот тут еще одна есть кнопочка. Оп. О-о-о! Надо ускорение. Успел. А это что такое? Как с этим бороться? Так, тут какая-то есть, по-моему... Ага, можно скользить. А это что такое? А тут тоже можно скользить. Подождите-ка, я запутался. Может, мне надо назад теперь? Но это, я так понимаю, не могу пройти сейчас. Это как-то... А может, я должен пере... Ой, тихо, 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 не падай, Содик. Братуха, братуха. Опа! А-ха-ха, перепрыгнул. А это что такое? О, ускорение, ускорение, давай, давай, давай. Нет, не, только не падай, пожалуйста, умоляю тебя. Жизни мало, мало жизней. Жизни нынче дефицит. Давай, давай, давай. О, ускорение немножечко. Давай, 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 давай. О, еще и золотишко. Я теперь богат, сказочно богат. Воу. Ускорение, хочу ускорение. Еще и робота наказал какого-то. Ой-ой-ой-ой, я вижу, вижу. Оп, оп, мне надо наверх. Можно наверх? Сюда хочу. Зацепляйся, зацепляйся. О, давай, давай, собери всю свою волю в кулак. О, зацепился, молочага. Ой, роботы. Боже, как я вас люблю. Жить без вас не могу, роботы. Как вы мне дороги, как вы мне дороги. Оп. Я могу как-то по стороне, наверное, сбоку обойти это дело. Я хочу раз, два, с... О, умц. Все, я спас какую-то птичку. Жизни, жизни. О-о-о-о-о. Жизни. Кто откажется от жизни? Уи-и-и. Надо скользить, надо скользить. Зачем я сюда попал? Кнопочка, кнопочка, кнопочка. Открывайся. О, платформа, платформа. Какого-то еще, какого-то маленького, маленького котенка, что ли, там забрал. Спас, 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 спас. О, нет. Все заруинилось еще. Попытка номер два. Опа. Ой, башкой ударился. Раз, два, с... Трис. Ой, нет! Это сложно! Лучше бы я на той штуке там скользил. Еще раз нажимаем. Бамц. Так. Соник, ну что ж такое? Что ж так не везет? Ну уже не получится. А время-то идет. А время-то идет, дамы и господа. Давайте попробуем как-то сбоку. Допустим, нажмем и сейчас сбоку запрыгнем. Вот так. Вот так. Вот так. На уголочек, на уголочек. На уголочек. Вот, а мог на платформу попасть? Ой, время надо нажать же. Оп, нажал. Ой, давай, 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 братуха. Yes. Где, где, что дальше делать, что дальше? Попасть на какое-то ускорение, правильно я понимаю? Ой, давай, 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 давай. Бежи, бежи своими ножками, беги, беги. Ежак, давай, ежак, давай, давай, ежак, давай. Ежак, давай, я тебе верю. Куда ты, куда ты, куда ты? О, это финиш, это финиш. Поняли, вот так рукой. Это даже... Ежак, ты самый лучший. Правда. Еле прошел. Чё? Я старался. Какой еле прошел? Угомонитесь там. Я старался. О, какая-то дверь открывается. Мы идем в самый центр базы. Этот яйцеголовый любит механические штучки. Я уверен, у него найдется 1-2 космических... Яйцеголовый? Дверь закрыта. Нам нужен ключ, чтобы попасть туда. Ключ от заднего прохода. Мы найдем его. Да, Наклз? Что? А почему я должен искать ключ? Мы рассчитываем на тебя, приятель. Потому что ты лох. Не, он просто, он, короче, у него есть чуйка, он умеет копать. Так, ну что, на этом мы, наверное, этапе остановимся. Сейчас это самый сложный для меня момент. Мы будем уже в следующий раз это проходить, когда мне нужно будет искать всякие спрятанные вещи. Мы раньше искали кристаллы, теперь будут часы. Но это, ключи. Это уже будет в следующей серии. Пока что спасибо за просмотр. Всем пока-пока.